А сегодня водительский. Вот. Да, кстати, хотел купить когда-то. Мы планировали, что ли, купить машину на семью. Вот. Но делать этого не будем. Потом в дальнейшем, конечно, я обязательно ее куплю себе, как я и хотел изначально на семью, но уже, как говорится, буду сам на ней ездить. Вот, что еще? Да, у меня были права, просто мне надо было их заменить. Они у меня просрочились. И сейчас я могу до 33-го года кататься по московским дорогам. Вот, кайф, конечно. Поскорее бы уже купить машину, сесть за руль и поездить по ночной Москве. Вот. Ну, обязательно буду делиться с вами новой информацией, потому что много скоро будет интересного контента еще.